Настя Кошарская, получается, первый главный документ в ее жизни пришла вместе с родителями. Девушка успешна не только в учебе, с самого детства она занимается спортивно-бальными танцами и пишет стихи. Я волнуюсь, само собой, потому что всегда волнительно получать первый паспорт. Я выигрывала несколько турниров, чемпионаты. Также я издала собственную книгу со стихотворениями и прозаическими произведениями. Людмила Лях приехала из Мариуполя. В ноябре 2021 года делится получение российского паспорта. Для нее праздник. Для меня это важное событие. Теперь я в России, а раз я в России, значит, я должна иметь российское гражданство. Всем участникам торжественной церемонии вручили не только паспорта, но и памятные подарки. Такие мероприятия мы проводим на постоянной основе. Сегодняшнее мероприятие мы приурочили к наступающему Дню России. Безусловно, это знаменательное событие для всех нас и, в первую очередь, конечно же, для детей, которым исполнилось 14 лет. Юлия Василькина, Елена Чернявская, Максим Гусев. События.